Да, продолжим. Есть одна композиция, которую всегда все радостно слушают, а как оказалось, что ее в толком мы не записали за 20 лет, которая она существует. И эта композиция, это вот у каждого музыканта есть его личный отель «Калифорния». Вот у Андрея Гончарова, нашего трубача, это личный отель «Калифорния», что он обречен жить с этой музыкой еще долгие годы.